Что, это мое? Нет. Зачем ты мое трогаешь? 5 000 хочешь заработать? Все мое. 5 000. И это мое. Все, Тань, очень просто, заработай честно. Ну давай. Смотри, просто разбей вот это вот яйцо, и 5 000 твои, Тань. Вот так, что ли? Как угодно. Вот так? А зачем разбить-то? Тань, 5 000 ты разобьешь, и 5 000 твои. Подожди, оно разлетится, и вот это я буду убирать вот это? Разбей зачем? Вот так, раз ты так не хочешь. Я тебе дам 5 000 рублей. Стакан трогать нельзя. Нельзя, чтобы стакан вышел из этой бумаги. Стакан перевернуться не должен. Стол нельзя разбивать, ясно? Вот. Уйди, думаю я так, да. Видишь же. У тебя ничего все равно не выйдет. Так, положь мотивацию мою сюда. А можно усилить мотивацию? Нет, не усилить. Новенькая, хорошенькая. Ну что, давай. Смотри, сейчас уйдет стакан и все. А если его вот так вот чук-чук-чук-чук-чук. На, я тебя усилю мотивацию. Угу. Стол не разбей, пожалуйста, а то там мотивации не хватит, чтобы ущерб возместить. Да, он мне не нравился никогда. Я тебе, смотри, никогда. Еще мотивацию подкину, Танечка. Да ты разобьешь этот стекло и стол, ты чё? Знаешь чё? Ты меня обманываешь! Боже. Я уже чую! Ты сам не умеешь! Я это и мне деньги не отдаешь! И что бы хочешь, чтобы я тут вообще, чтобы ничего мне не досталось! Как ты это сделаешь? У тебя есть? Ты будешь ещё пробовать? Листик порвется. Нет, покажи ты мне! Нету здесь вариантов. Нету. Есть. Нету. Есть. Показывай. Варианты. Помнишь, да? Отходи. Вот сюда выйти нельзя, вот туда выйти нельзя, вот так нельзя, сюда да нельзя. Мне даже места не надо освобождать. Сядь, смотри, все, Танечка, очень просто. Просто головочку нужно свою немножко включать. Она подумай. Мне никогда не выключается, уже подумай. Перегревается. Давай! Можно трогать листик, давай, я тебе чтоб сказала. Листик не вышел вот сюда вот. Да он никуда не идет, давай!